Кости, хотя активно играют обе команды. Накрываются пока броски друг друга. То есть хорошо играет в обороне команды. И вот здесь мог отличиться. А вот, это как раз уже супер сейв, пожалуй, что, да, это дважды. Задел все-таки клюшкой, причем даже там не очень понятно, защитник или вратарь Галимов. Задел, потому что вбрасывание было у ворот от Барса, иначе, если шайба просто от перекладины ушла, она была бы в средней зоне. Но вот первый